как повысить производительность труда и увеличить процент занятости населения. Эти и другие вопросы обсуждали Олег Асмус и Рустем Давлятшин на встрече с Сергеем Морозовым. Регион готовит заявку и все необходимые документы для участия в федеральной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости. Для этого формируются инвестиционные программы ульяновских предприятий, готовых к модернизации и увеличению производительности труда. Всего таких предприятий 10. Среди них «Авиастар СП», конструкторское бюро приборостроения, автомобильный завод и предприятие группы ДААС. Кроме того, губернатор предложил Рустему Давлятшину внести в работу министерства направление стандартизации товаров и услуг. Есть предложение о том, чтобы вот это большое направление стандартизации было одним из ваших основных направлений деятельности. Мы внесем коррективы в положение Министерства конкуренции. Областной центр стратегических исследований разработал методику повышения производительности труда. В ближайшее время в правительстве состоится совещание, где наработки обсудят вместе с экспертами отрасли. Мы провели весь анализ вообще лучших практик сегодня мировых и региональных по производительности труда и готовы, если вот вы назначите такое совещание, свои предложения внести. Кроме того, участники встречи обсудили формирование нормативно-правовой базы для стимулирования хозяйствующих субъектов, в том числе возможность внедрения налоговых льгот и финансовой поддержки. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.